Два, три, прием, прием, прием. Прям как слышно? Как слышно? Нормально? Если слышно, надо кивнуть головой. Дорогая бабушка Таня, поздравляем тебя с днем рождения. Сегодня тебе исполнилось сколько? 83 года. Блин, бабуля. Ну не 83, а 23. 23 уже? Да, 23. Ну все тогда. Поэтому... Бабушка, с 23-летием тебя. Побольше здоровья тебе хорошего. Вот, скоро приедем. И подарки это от нас скоро будут правнуки. А как это такое? Кто типа первый? Кто первый? Об этом сказал тот, кто первый выиграл. И дарит правнук. Все, бабулечка, с днем рождения. Я поняла. Короче, мы просто хотим показать на нашем YouTube-канале работу организатора. Привет, всем привет. Всем привет. Он меня будет сейчас учить снимать, в общем, это наш. Кто смотрит, смотрите, там я знаю, что на одном видосе было. Хочу передать вам эстафету зевания. Нажмите на паузу и зевните. Вот ты, красивый молодой человек, либо прекрасная девушка. Смотришь мой сторис, и мне почему-то кажется, ты не подписан на меня. Мне до 177 осталось 100 человек. Подпишись, пожалуйста. Пожалуйста. Подпишись на меня, подпишись, ну даже не сложно, тебе не сложно, мне приятно. И пусть 177 уже хочет, и себе ручку еще, пожалуйста. Спасибо. Сижу, смотрю материалы клипа и хочу чуть-чуть вам показать. Готовы? 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 Чуть-чуть совсем, за травочку. Хочу сказать, кстати, что клип снят одним дублем. То есть от начала до самого конца он снят был одним дублем, без склеек вообще. Вот так вот. Так что совсем скоро он будет уже в сети, и вы увидите его полностью.